Гороскоп на 20 ноября. У бизнесменов Овнов возможно начало реорганизации дела, которое продлится довольно долго. Действуйте быстро, но не суетитесь. Мудрецы говорят: поспешай медленно, и главное, не оглядывайтесь назад. Этот день одарит тельцов внутренней свободой и независимостью от внешних условий. Вероятно, успешное исправление оказалось безнадежных ситуаций. Кредо этого дня – 7 раз отмерь, 1 отрежь. Не надо принимать скоропалительных решений. Многие близнецы по достоинству оценят нежность и благородство, проявленное избранником, и в его лице найдут верного спутника. Посмотрите на себя со стороны. Возможно, вы поймете, что прекрасно дополняете друг друга. Если ваш руководитель рак, то вы будете жить и работать словно на вулкане. Под его руководством нужно быть готовым ко всему – к переезду на другой конец города, к перемене деятельности фирмы, даже к тому, что ее закроют, но забудут вам сообщить об этом. Львов ждет активный и насыщенный событиями день. Множество контактов, общение, переписка, телефонные звонки, учеба – все это грозит вызвать истощение. Не распыляйте энергию и не занимайтесь делами, которые на самом деле вам не нужны. Самоутверждение Девы в повседневности может выражаться в постоянных попытках направить в другое русло или перестроить любую деятельность, которая совершается рядом. Задумав личные перемены, не пытайтесь изменить мир. Просчитайте все возможные последствия. Новые профессиональные предложения можно воспринимать как удачный выход из проблем прошлого. У весов прекрасное будущее, очень скоро вы сможете проявить свои таланты. Вы легко справитесь с переменами, не вздумайте отступать, только вперед. Большую роль в жизни скорпионов начинают играть друзья, узкий круг знакомых, объединенных общими идеями и делами, и разделяющие ваши убеждения. Откажитесь от старых форм жизни и попытайтесь создать новые. Все придет в движение. Мысли, дела, желания. Придут новые идеи, появятся новые лица, влиятельные знакомства. Все это станет отличной базой для обновления. Для стрельцов это глоток свежего воздуха. Козерогам представится возможность заняться чем-то действительно важным и интересным. Появится шанс продемонстрировать смелость, лидерские качества, раскрыть индивидуальность, обратить на себя внимание, достичь известности. У водолеев может появиться склонность питаться чем попало, не задумываясь о вреде синтетических продуктов. Ваша пища должна содержать достаточное количество витаминов. Советуем купить в аптеке комплекс витаминов широкого спектра действия. Сегодня многих рыб будет обуревать жажда деятельности. Не распыляйте энергию на мелочи, а попытайтесь, если уж не начать воплощение тщательно подготовленных планов, то хотя бы изложить свои идеи на бумаге.